Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm the one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah, people tell me I won't get it. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the ninth, got closing ends. Always in my mind, don't know quitting. I'ma be the one that blows up in it. You gon' be the one that shows up missing. I'ma be the one that knows my mission. You gon' be the one with no ambition. I'ma make you take it, take it, take it all back. You ain't never gonna get me, man, I'm too fast. Call me the juice, that 40-yard dash. Always look for it, no, never look back. I just spit the truth, better listen to my facts. Get me up in the booth and I put them on a blast. When I spit the truth, they all listen to the facts. Got nothing to lose, so I put them in the bed. That's what I do, hard work always lasts. And the pain's not an act, no, it hurts real bad. But you have to attack what you want to attract. Or you're gonna look back and regret what you lack. Everybody knows it's a fact. Идёт? О, это жопа засорилась. А, это просто подъём такой высокий у него. Вот дебилы. Я тут был первый раз, этой воды вроде я не помню. Что-то антенну решил себе забрать. Да, домой поставлю. Красавчик. Кстати, розетка здесь есть, слушай. Есть, даже заряжаю. Ништяк, слушай. Просто надо ее на GFCI поменять. Будет. Да что трейн такой здесь? Спилили. А, вы спилили уже? Ты забрал уже, что ли, себе? А зачем? Беспонтовые? Ну, мы же не знаем, где там будет на новом Юне. А-а-а, точно. По-любому переделаем. Ну да, ну окей. На PVC? Я думаю, на медь. Медь? Да. Подставки здесь? Да. Ну, конечно, да. Никакого дерева здесь остаться не должно вообще. Абсолютно. Ну и плюс сами крышки. Закэпать вот эти вот, потому что будут хит-помпы. Хит-помпы мы поставим, да. Но. Вот это скрутка. Лизнуть никто не хочет, проверить. Я думаю, город можно вырубить какие-то вода. Ну, слушай, я думаю, это паст. Ну, давай, говорит, я тебе даю косарь, и мы не открываем этот ящик. Не, слушай, мне это тоже... Даю три, и ты даже сюда не залазишь, да? Да. Слушай, мне тоже не нравится. Это как-то не очень. Непрофессиональненько. Надо сфотографировать это отдельно. Вот у нас модель RTB-01. Да, мы смотрели. Uh-huh. Strut must be applied after 250. То есть надо еще STR-04 какой-то. А, это, видимо, когда труба больше 250 весит. Mm. Где он? STR-04. Тут нигде нет картиночки. STR-04, нету? Нету? Тут на самом деле, мне сейчас позвонили из Купертино, это же купертиновский объект, и они сказали, что какой-то mechanical contractor уже на этот объект, этот с тем же скопом работ, уже кто-то запросил пермит, до нас еще. То есть я буквально позавчера отправил документы, и они мне сегодня позвонили, типа... А уже кто-то уже, говорит, начал делать. И я говорю, а что, денег даже заплатили? Нет, говорит, еще не заплатили. Я говорю, ну, они, говорю, больше не делают, мы делаем. Я говорю, мы уже, в принципе, параллельно начали делать работу. Она мне такая говорит, а вы знаете, что, говорит, работать без выданного пермита – это violation, нарушение. Я говорю, я знаю. Я говорю, ну, мы просто, говорю, готовимся. Что ты переживаешь, говорит? Что, слабо? Переделывайте, говорит, электрическую панель ставьте. Делайте, что надо, говорит. Крем? Да. Я сейчас вызову этого бойца, Димочку. Пускай нам дает эстимейтик. Можно, говорит, нам ничего не делать? Можно. Мы установим возле каждого юнита сервис дисконнект. Да. А он подведет. Заебись. Не, зачем? Пускай здесь стоят. Да. Это нормальная тема. Ну, вообще, эту как бы трогать не будем. Линию. Она же нормально. Главную, да. Не, главную, я думаю, нет. Она же нормальная. Ее покрасить только. Она нормальная. И вот эта штука... Ну, нам провода там надо менять. А? Провода мне не менять. А, знаешь, кстати, здесь... Здесь та же самая. Такая же жопа, да? Да. Тут надо провода протягивать. Да. Может, тут это Дима... Тут 4, так что, в принципе, без проблем протащим, да? Сейчас Диме позвоним. Так, у нас уже приехала часть оборудования. Еще ждем 6 юнитов.
на другой такой же тачке. О, вроде бы How you doing, boss? Hey, how you doing? Yeah, great. All right. Sorry for my late. No problem. We had a big project there. Please take a seat. Yeah. All right. I don't want to feel pain now. Yeah. So baby, come on, let's side. Just look the other way. Ashwin did ask you about pain. What do you call it? Oh, thank you. Just look the other way. I don't care what they say. We could do it all, take away my sadness. We could do it all, venture into blackness. You a bad chick, you a bad chick. I'm about it and happy. Красота. А где начальник? Тут где-то валялся. Начальник через него отдыхает. Перешагнули, наверное. Закопали его. Отдыхает, наверное. Ты хорош так отдыхать, Саша, ты чё? Чё? Хватит тут балдеть. Классно же, тенёк. Где ещё поваляешься? А вы туда чё подложили под него? Под кого? Под этот, средний. Средний он так, где красоты. Подложить вообще ничего. Ничего? Он по сути только придерживает середину, весь вес на края идет. Ну я понял, но он не висит, да? Ну да. Да. Нет, видишь. Ну то есть он прогнулся и в принципе его прижало. Ну там шпилька. Она... Я наоборот сейчас выравниваю. А, там шпилька еще? А, я понял. Ты еще шпильку туда впендюрил. Ах ты какой хитрый. Да, может туда пойти дальше, там есть законченный вариант. Ништяк, красиво. Про экономайзер. Он, ты думаешь, ты правильно поставил его? Нет, что-то не то. Да. А вот же, вот же он, экономайзер. Вот так это тоже. А почему он? Нет. И вот это ставится вместо вот этой херни. Короче, когда включают, открывается экономайзер, эта заслонка закрывается полностью. И воздух, который надувает помещение, выходит отсюда. Нет. Да. Да. Чего? Серьезно? Когда он берет воздух с улицы, открываются эти заслонки, закрываются эти заслонки. То есть воздух уже с помещения никуда не может уходить. Так это от одной штуки, что ли? Где да. Эта вторая? Она сейчас вперед воткнется сюда? Да. А, она сейчас сюда? Она, это наружка. Это внутренняя часть. Вот такой вот. Смотри, сложный какой умный экономайзер. Я тут думаю, они столько денег стоят. Не, ну, да. Ты сейчас... Или как? Он сейчас сюда войдет или нет? Да. Вот эта вот херня? Да. А, тогда ладно. Ну тогда все окей. Да, и это подключается не... вот сюда. Я чуть не очень. Я так думаю. А, это ретерн, да? Да. Да. А это сюда заходит, и он отсюда забирается, Стас. Вот это, кстати. А где фильтр тогда будет стоять? Фильтр негде. А? Некуда фильтр поставить. А рак, погоди, раки, я же взял раки. Раки есть. А раки, получается, сейчас не войдут никуда. А, сейчас засет. Еще надо Fire Safety Switch надо втыкать. А экономайзеры обязательно должны быть, да? Да. На системах больше 54 тысяч БТУ, да. Так, уважаемые друзья, приехал уважаемый очень подписчик. Все его, конечно же, знают. Мама, я буду в телевизоре? Да, ты будешь в телевизоре. Откройте, пожалуйста. Как? Я же в деревне. Да. Первый в Теслу первый раз вижу. В смысле, вживую. Я имею в виду, вживую это видел, но не катался. Ну что, как? Она медленная. Знаешь, я... Ой. Насчет медленно я бы поспорил. Там у тебя все упало, извини меня. Я тормознул резко. Нормально. Разогнался, тормознул. Очень страшно. В сидушку вдавливает хорошо. Это 5,5. Ты просто еще не ездил на Румии, Model Интересно, Y. Интересно, до Владивостока я за сколько бы доехал? Ну, ты бы доехал до Сан-Франциско, а потом только на вплавь, конечно. Как? Ну, ощущения, скажу я, необычные. Не, ну, видишь, что это фишка в том, прикольно, что... прикольно. Да, но единственный минус конкретно... Минус это... конкретно, что надо заправлять. Надо ждать. Заряжать, да. Да. Потому что тот же самый Model Y, она заправляет в два раза быстрее. Вот когда будет заряжать так же, как на обычной заправке, ага. Тогда есть смысл что-то брать. Эта машина чисто для езды с работы и на работу. Ну да. В магазин там.
По инспекции можно на ней ездить. Не, двойка, да. Чтобы по простым заявкам. Крутым казаться. Чтоб крутым казаться, чтоб сразу все такой приехал на Estimate, да, и сразу все продал. В общем, друзья мои, это надо вот так вот на солнце встать, видишь, чтобы все правильно было. Это чтобы он чтобы больше бы казался, что он китаец. Потому что человек с Владивостока, а первый человек, который не побоялся после своих гадких комментариев приехать лично ко мне. Да, и комментарии мои были гадкие. Да, и потом сказать: Руслан, вот ты вот кайф взял. Руслан их понял. Нет, конструктивная критика всегда приветствуется. Неконструктивная. Ну сейчас их намного меньше, скажи. Да я вам просто плюнул в лицо и все. Нет, он просто мне бабло дал. В чем бабло? Чтобы он хороший комментарий писал. $1000. Так что приезжайте, пишите плохие комментарии за $1000. Они да. аннулируют. В общем, Достоевский, это твой конкурент прямой. Вот видишь, он сам уже приехал. Осталось только... он тоже должен приехать? Нет, он не обещал, но, по крайней мере, даже не пытался. Но... наверное, визы нет. Наверное, визы нет. Сейчас визу непросто. Короче, Достоевский, мы тебя ждем. Дам тоже в Теслу покататься, так хотя бы попробовать. На 5 минут как вот дал Миша. Почему на 5? На 10. На 10. Ну, надо ехать. Ты завтра приедешь? Нам сюда. Really ain't no debating. Use my pen until your ego's deflated. Man.